Всем здравствуйте! Сейчас в очень непростые для всей страны времена многие знаменитости пытаются помочь своим поклонникам справиться со стрессом и плохим настроением. И вот теперь певица Азиза решила озвучить свои методы борьбы с плохими мыслями, дурным настроением и негативом. Азиза посоветовала, выходя из дома или помещения, открывая дверь, мысленно проговаривать. «Я выхожу из и проговаривать то, от чего мечтаете избавиться, например, долги, лишний вес». Страхи и плохое настроение или дурные мысли. А вот входя куда-то и открывая дверь, нужно говорить «я вхожу в» и добавлять то, что хочется притянуть в свою жизнь. Например, здоровье, любовь, счастье, новая квартира, стройное тело, отличное настроение или позитивные моменты. Сама суть этой техники в том, что вы не просто проговариваете позитивную установку, а подкрепляете ее конкретным действием, ведь вы правда выходите из дверей либо входите. Наш мозг считывает именно так, что слова синхронизированы с физическим действием, и воспринимает эту мысленную установку как истинную, а значит, реальную для внедрения в жизнь, заявила Азиза. Поверьте, этот метод я уже давно практикую на себе, и это отлично влияет на мою нервную систему. Я стала спокойней, адекватнее и стараюсь не задерживать в себе плохое. Моя жизнь расцвела новыми красками. Очень хочется надеяться, что совет известной певицы поможет многим людям справиться с нарастающим напряжением. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!